Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников. Питер Джексон, Питер Чарльз Джеффри Джексон, британский художник, известный своей карикатурной лентой «Лондон страннее, чем вымысел». Родился 4 марта 1922 года в Брайтоне. Джексон с детства проявлял талант к иллюстрации. Он учился в средней школе Хоува, а затем в школе искусств Уилксона. Данные я беру из Википедии, данных не очень много. В 1949 году без приглашения отправил несколько набросков в газету. И по счастливой случайности в то время газета искала художника для создания ленты о Лондоне. Его наняли, и лента стала успешной, породив сборники его работ. «Лондон страннее, чем вымысел» выходила каждую среду в лондонской газете Evening News. Легко читаемые иллюстрированные карикатурные ленты были представлены причудливые и малоизвестные исторические факты о Лондоне. Лента выходила непрерывно с 1949 года. Газета закрылась только лишь в 1980 году. Его работы также появлялись в детских развивающих комиксах. Джексон собрал обширную коллекцию из десятков тысяч художественных гравюр и фотографий. Некоторые из его коллекций, посвященных лондонскому Сити, также были включены в экспозицию различных известных музеев Англии. Художественные работы Питера Джексона были предметом нескольких выставок, так написано в переводной Википедии. Были выставлены рисунки некоторых районов Лондона с высоты птичьего полета, нарисованные реконструкции исторического Лондона, различные карты и скульптуры. Он являлся соавтором ряда книг о Лондоне и его истории вместе с Феликсом Баркером. Женился на Валерии Харрис в 1995 году. Умер 2 мая 2003 года в Лондоне, похороненной в Хайгетском кладбище. Ну вот такие данные из переводной Википедии. Конечно, перевод не очень такой нормальный, ну какой есть. Смотрим работы. Пока-пока, до свидания. Всего хорошего.